Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Важное послание на сегодня. Вибрация любви. На заре 14 июля ангелы посылают вам послание гармонии и понимания. Этот день приносит с собой вибрацию любви и мудрости, которая обнимает каждого из нас, открывая сердце и разум. Ангелы призывают вас использовать этот день для глубокой саморефлексии и медитации, чтобы найти мир внутри себя и вокруг. Послание гласит: отпустите страхи, сомнения, которые мешают вашему духовному росту. Дайте себе возможность увидеть мир через призму света и надежды. Ангелы окружают вас своей поддержкой и любовью, напоминая, что каждый шаг, сделанный с чистым сердцем и намерением, приближает вас к вашей истинной судьбе. Аффирмация на сегодня такая. С каждым дыханием я принимаю мудрость и любовь ангелов, которые направляют меня к свету и истине. Я открыта для гармонии в каждом моменте своей жизни. Я благодарна за божественную защиту и руководство, которое приводит меня к моему высшему благу. Вот пусть эти слова служат вам напоминанием о том, что вы не одиноки в своих поисках и что космические силы всегда рядом, готовы помочь вам на вашем пути. Также вы узнаете, почему сегодня важно быть осторожными и особенно одно действие. Наступают часы, когда осторожность становится ключевым словом, так как приближается сегодня период, который славится своей незаурядной сложностью в рамках лунного календаря. Нередко обрамляются складывающимися обстоятельствами в виде заблуждений, ложных представлений, хитрости, соблазнов и вспоминая слова непревзойденного Шекспира различных видов подступного воздействия. Сегодняшний день может подарить вам чувство неопределенности, волнения и даже поселить в душе сумрачное настроение. Вполне вероятно, что некоторые люди выявят признаки чрезмерной самоуверенности. Важно стараться не поддаваться этим настроениям, поскольку в противном случае можно сегодня столкнуться с последствиями за надменное поведение. В этот день часто наблюдается тенденция у людей к разногласиям. Они склонны оправдывать свои промахи и перекладывать вину за неудачи на других. В этот день возможны препятствия в работе. Достижение согласия в деловых аспектах может вызвать сложности. Стремитесь к предотвращению конфликтных моментов. Упрощайте ваши задачи, где это возможно. Рекомендуется держаться подальше от начальства. Коллеги, бизнес-партнеры, клиенты могут проявлять некоторую неприязнь. Откажитесь от планирования новых встреч, так как они, скорее всего, не принесут желаемого результата. В то же время сегодня может быть полезен для занятия творчеством. Вложенные усилия способны увенчаться созданием значительного и заслуживающего внимания продукта. Воздержитесь сегодня от любых финансовых операций, не принимайте на веру чужие рекомендации. Сегодня не лучший день для взятия кредитов, погашения задолженности или подписания важных финансовых документов. Лучше отложить юридические действия, так как сегодня явно неподходящий момент для этого. Те, кто страдает от хронических недугов, могут столкнуться с ухудшением состояния. Особенно это касается болезней сердца, неврологических расстройств. В этот день учащались случаи пищевых отравлений. Следует проявить особую бдительность и осторожность в отношении своего здоровья. Забота о себе является особенно актуальной. Появление симптомов заболевания может сигнализировать о неправильно выбранном направлении в вашем духовном и личном росте. Сегодня отличный момент для заряда бодрости и укрепления физического здоровья благодаря активному времяпровождению. Однако проявлять осторожность в спортивных упражнениях и во время работы, связанной с тяжелым физическим трудом, поскольку риск получения травм увеличивается. Отдых на природе будет особенно благоприятен. Сегодня не лучший момент для разбирательства и разрешения конфликтов с близкими. Возможно, вы ощутите накопившееся недовольство по отношению к окружающим, но прямолинейное обсуждение проблем может привести к нежелательным последствиям. Встреча с объектом симпатии может оказаться приятным и гармоничным досугом. Те, кто родился в этот день, обладают потенциалом для продолжительного успеха в своей жизни. Однако важно, чтобы они добивались реализации этого потенциала через постоянное стремление к искренности в поступках и мыслях. Среди замечательных людей, рожденных под сиянием сегодняшней луны, известна Галина Брежнева. В этот день могут прийти невеселые известия. Старайтесь держать свои эмоции, чтобы не дать им власти над вами. Смягчить эмоциональные всплески можно при помощи техник дыхания.
Проживите этот день в привычном ритме. Занимайтесь повседневными делами и работой. Не стоит браться за новые начинания. Лучше сфокусироваться на текущих проектах или довести до конца уже развернутые. Романтический ужин гармоничен, если он базируется на глубоком понимании друг друга. Будьте сегодня осторожны с одним действием. Если вы вдруг пролили молоко, это может принести нежелательные известия. Также сегодня постарайтесь долго не смотреться в зеркало, иначе вы можете навлечь на себя большие неприятности. Но сегодня я вам дам одну очень интересную практику от злых слов и колких взглядов. Когда с кем-то из окружающих не складываются отношения, и человек желает недоброго, высказывает свое негативное мнение о вас или просто зло смотрит, не дожидайтесь последствий. Чужие отрицательные слова, проклятия, даже мысли, направленные на вас, могут нанести существенный вред вашим делам, самочувствию, если вовремя нейтрализовать воздействие. Сделать это может каждый совершенно самостоятельно. Для того, чтобы оградить себя от негатива в любом виде, не нужна никакая помощь, кроме Всевышнего. Для этого будет достаточно вашей веры и желания. Если вы оказались в неприятной ситуации, и человек, с которым произошла ссора, высказывается в вашу сторону или смотрит со злостью, то сделайте вот что. Во-первых, не игнорируйте свои ощущения. Доверяйте дискомфорту, который вы ощущаете, находясь рядом с другими людьми. Зачастую то, что нам кажется, является истиной. Не привыкая не обращать внимания на ощущения внутри, мы пропускаем важные сигналы своего подсознания, которые пытаются предупредить нас о чем-то важном. Во-вторых, как только вы почувствовали, что человек рядом плохо настроен к вам, открыто или тайно желает вам зла, немедленно дистанцируйтесь от него физически, уйдите на дальнее расстояние. Не можете на дальнее, просто перейдите в другую сторону помещения, ну или пересядьте в другое место. Далее, сразу после этого поставьте на себя защиту. Произнесите про себя обережный заговор от чужого негатива. Заговор идет такой. «Где я, там Божья защита моя, а взгляды лихого и злого слова покрывает меня». Истина. Произнесите трижды с сильной верой в то, что с помощью Божьей защиты ни одна темная сила не сможет нанести вам вреда. Такой заговор вы можете переписать на листочек и всегда держать при себе. И когда вы оказались в подобной ситуации и срочно нужна защита, достаньте листочек и сразу прочитайте. И вы сразу почувствуете Божью защиту у себя.